Представительница Филиппин победила в международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная». Финал состязания прошел в Бангкоке. 24-летняя Катриона Грей занимается вопросами борьбы с ВИЧ и СПИДом и работает волонтером в некоммерческой организации. Второе место заняла участница из Венесуэлы, третья – гражданка ЮАР. В общей сложности в этом году за корону сражались красавицы из 94 стран мира. Конкурс «Мисс Вселенная» проходит ежегодно с 1952 и считается одним из престижнейших в мире. Александра Шкарупина, телекомпания СТВ.